Всем привет! В мисочке смешиваем мед. У меня финиковый, можете взять любой другой. Это будет наш соус. Добавляем соевый соус. И гранатовый соус. Он добавляет замечательный вкус. И очень подходит к мясу, к рыбе и к мясу, к птице. Хорошо перемешиваем. В муку добавляем соль, черный молотый перец. Можете взять еще приправы по вашему вкусу. Все это перемешиваем. И сюда обмакиваем кусочки куриной печенки. Можете взять любую другую печенку, просто порежьте ее на те кусочки, которые вам будут удобно. Остатки отряхиваем и выкладываем пока на разделочную доску до продолжения. В растительном масле обжариваем лук. Я его порезала полукольцами, если вы хотите, можете порезать его кубиками. Буквально пару минут, пока он не размягчится. Не нужно его зажаривать. Выкладываем печенку и обжариваем до той степени готовности, до которой вы хотите. У меня печенка еще не до конца приготовлена, но я сейчас буду добавлять сюда соус, и у нее возьмет еще время приготовления. Соус нужно постоянно помешивать, для того, чтобы он не пригорел. И тут уже смотрите на ваше усмотрение, насколько вы хотите, чтобы он был густой. Чем дольше вы будете его готовить, тем гуще он будет. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк и приятного аппетита. Всем пока!